В обстановке неблагоприятных экономических факторов, обусловленных пандемией, а впоследствии санкционной агрессией западных стран, приоритетными задачами прокурорского надзора определены защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, обеспечение комфортных условий для их работы и дальнейшая реализация инвестиционных проектов, избавление от избыточного контроля. Для незамедлительного принятия мер по восстановлению прав хозяйствующих субъектов органами прокуратуры продолжено прямое и открытое общение с деловым сообществом, в том числе с представителями иностранных компаний, посредством проведения личных приемов, по итогам которых вырабатываются решения как по системным проблемам, мешающим бизнесу, так и по конкретным обращениям. Прокуроры субъектов ориентированы на проведение таких мероприятий на регулярной основе, а также на осуществление выездов в города и районы, на территориях которых располагаются промышленные, включая системообразующие предприятия, для оказания помощи хозяйствующим субъектам на местах. В июле текущего года генеральный прокурор Российской Федерации провел личный прием представителей бизнес-сообщества в Томской области. Организованы проверки по жалобам предпринимателей на внепроцессуальное вмешательство органов полиции, ненадлежащее содержание объектов инфраструктуры территорий с преференциальными экономическими режимами, необоснованные отказы в предоставлении финансовой помощи, отсутствие возможности получения муниципальных услуг в электронном виде. Ну и дано указание прокурорам в течение суток проверять все гласные оперативно-розыскные мероприятия, которые проводятся в отношении предпринимателей. Для этого и нужна нам с вами обратная связь, для того, чтобы разговаривать, слышать друг друга. Я дал такое распоряжение и ориентировал прокуроров субъектов встречаться публично с предпринимательским сообществом на площадке прокуратуры, приглашать представителей банковского сообщества, администрации субъекта, где находятся и работают прокуроры, представителей розничных торговых сетей, вообще предпринимателей, которые готовы работать и рассказывать о своих проблемах, в том числе в части предоставления каких-то льгот и кредит. Работа по дальнейшему формированию благоприятных и комфортных условий для ведения бизнеса продолжается.